Поехали. 27 числа объявил о голодовке. Это ты уже четверо суток, да, голодаешь? Четверо суток. Мои требования вернуть ребенка. Тренировки, Саня. Мои требования вернуть ребенка, прекратить все гонения относительно моей семьи, относительно вообще остальных детей. Ну, естественно, найти, кто же в этом всем виноват. Найти... А надо ли находить, кто виноват, Саня? Я думаю, что кто виноват. Не стоит. Конечно. Система виновата, Саня. Ты попал в жернова системы у меня. Потому что я вот пытался выяснить, кто виноват. Никто. Ты понимаешь, конкретно никто не виноват. Виноват ты, Саня. Ты виноват. Понимаешь? Вот поэтому не ищи виновата. Себя вини и все. Не ищи, потому что если начнешь искать виноват, ты краев потом не найдешь. Не найдешь краев, никто не... Ну, это мое мнение, а там уже сам. Это мое мнение. У тебя же как бы ты же прислушиваешься к разным мнениям. Тебя же советуют. Многие люди что тебе советуют. Но я тебе советую, не ищи виноватых. Вернее, как, сам будь. Ты пытался найти виноватых на сайте «Мама». Чем это закончилось? Сомневаюсь, что они сегодня пойдут с тобой на встречу. Пойдут, как ты думаешь? Я не пытался найти. Не ты пытался, там на сайте Иринка, да, Иришка пыталась там быстро построить вас всех. Да никто не пытался там построить. Просто люди. Как ощущения? Кушать хочется? Я вот не могу, я день не поем и хочу кушать. А у тебя как? Кушать? Первые два дня хотелось. Воду включили, да? Скажи за воду. За воду я сегодня написал на сайте. Воду включили или нет? Да. Ну расскажи включили. Поподробнее. Кто хочет, может посмотреть на сайте в комментариях. Последний сайт. Воду включили после посещения Владимира Дмитриевича, вернее, после втручания мэра города включили воду. Не только. Ну и как ты думаешь, отдадут тебе? Это же уже осталось буквально 7 дней. Он в школу пошел там или не пошел? В школу, да. Он ходит там в школу или нет, к нему? В школу его там не пускают, там учитель приходит. К нему таки приходит учитель. Да, учитель. Ну и какой класс получается? Ну, на уровне третьего класса. В третий класс уже, да, как бы? Он уже ходит в школу, третий там класс. Там просто учитель приходит и всех обучает, но как бы получается там же и другие дети есть. Угу. Один учитель обучает всех. Саня, как ты думаешь, отдадут ребенка, нет? Ну, отдадут? Я надеюсь, что...